Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Мой сад». Сегодня я приехала проведать свои хризантемы. Пойдемте в амшаник и посмотрим, как же они сохранились. Посмотрите, так, душа радуется. Зелененькие, красивенькие. Сегодня у нас 4 февраля, 24 год. Им осталось еще месяц. И будем поднимать их на свет, в тепло для выгонки черенков. Ну, где-то видно, вот, не сильно такие зелененькие, где-то у нас и плесень проявляется, но это ничего страшного. Рыхлим, подсушиваем, не переливаем. Лучше опрыснуть по листве, это розмарин, посмотрите, какой он зеленый, не думала, что он так сохранится. В темноте они хранились при температуре около 0 плюс 5. Ну и вот, попрощаемся с ними, посмотрим на ясное небо, вдохнем свежий воздух деревни, зарядимся энергией, порадуемся солнышку и в путь дорогу домой.